Всех приветствую на моем канале Оля Рейнбоу. И в этом видео я вам расскажу более подробное объяснение по плетению такого вот замечательного браслета двойного Майами. Плести я буду вот этот образец, такой вот он радужный. Плела я в предыдущем видео вот наш вот этот браслетик. И в этот раз я постараюсь более детально все объяснить. Попробуем еще раз плести. И я думаю, теперь у всех получится. Итак, поехали! Возьмем нашу рогаточку и давайте сплетем наш браслетик. Накидываем белую одну резиночку на два столбика, перекручивая восьмеркой. Теперь мы будем накидывать всегда только пары резиночек. Итак, накидываем пару белых резиночек на два столбика. И скидываем справа столбика нижнюю белую резиночку на середину. Перекидываем с левого столбика пару белых резиночек, которые находятся сверху, на правый столбик. Накидываем пару белых резиночек на два столбика и скидываем одну резиночку с левого столбика на серединку. Так, вот так вот мы пока начало нашего браслетика уже есть. Теперь мы будем накидывать цветные резиночки. У меня они будут красного цвета. Накидываем пару красных резиночек на два столбика. Скидываем пару резиночек, которые находятся у нас на левом столбике, на серединку. И перекидываем пару красных резиночек с правого столбика на левый столбик. Затем мы накидываем опять пару резиночек красного цвета на два столбика. И теперь будьте внимательны. С правого столбика мы скинем две пары белых резиночек. Раз на серединку и два. И перекинем пару красных резиночек с правого столбика на левый столбик. Затем мы опять оденем пару красных резиночек на два столбика и скинем пару резиночек белого цвета с правого столбика на серединочку. Давайте перенесем, чтобы мы не запутались. Пару красных резиночек с левого столбика на правый, чтобы у нас на каждом столбике получилось по 3 пары красных резиночек. Значит, мы с правого столбика должны скинуть 2 пары красных резинок. Раз, два. Перенесли. Вот у нас на каждой паре столбиков по 3 пары красных резиночек. Накинем теперь пару белых резинок на 2 столбика. Теперь мы должны скинуть пару резиночек, все 3 пары резиночек с правого столбика красного цвета на серединку нашей резиночки. Раз, два, три. И белую резиночку, пару белых резиночек с левого столбика мы перекинем на правый столбик. Оденем опять пару белых резинок на 2 столбика и скинем с левого столбика 3 пары красных резиночек. 2, 3. Вот. Теперь мы будем одевать цветные резинки оранжевого цвета. Одеваем пару резинок оранжевого цвета на 2 столбика. Скидываем пару белых резиночек с левого столбика на серединку и перекидываем наши оранжевые резиночки с правого столбика на левый столбик. Одеваем опять пару оранжевых резиночек на наших два столбика. Теперь мы скинем 2 пары белых резиночек с правого столбика. Раз, два. И перекинем наши оранжевые резиночки с правого столбика на левый столбик. Одеваем опять пару оранжевых резинок на наши два столбика
и скидываем с правого столбика пару белых резиночек. Переносим на правый столбик две пары оранжевых верхних резиночек, на слева столбика на правый. Раз, два, таким образом, чтобы у нас на каждом столбике осталось по три пары оранжевых резиночек. Одеваем теперь пару белых резинок на два столбика. Скидываем сначала с правого столбика наши все оранжевые резиночки на серединку. И перенесем с левого столбика на правый белые резиночки. Одеваем опять пару белых резинок на два столбика. Так. И теперь скидываем с левого столбика все наши оранжевые резиночки на серединку. Следующий у нас идет желтый цвет резинок. Одеваем пару желтых резинок на два столбика. Скидываем с левого столбика пару белых резиночек на серединку. И переносим с правого столбика пару желтых резиночек на левый столбик. Одеваем опять пару наших желтых резиночек на два столбика и скидываем две пары белых резиночек с правого столбика. Раз, два. И перекидываем нашу пару желтых резиночек с правого столбика на левый столбик. И последнюю оденем пару желтых резиночек на два столбика. Скидываем белые резиночки с правого столбика на серединку. Теперь мы перенесем две пары желтых верхних резиночек с левого столбика на правый столбик. Раз, два. И оденем пару белых резиночек на наши два столбика, скидывая сначала все желтые резиночки с правого столбика на серединку. Перенесем с левого столбика на правый нашу пару белых резиночек. Оденем опять пару белых резинок. И скинем теперь с левого столбика все белые резиночки. Теперь мы оденем следующий цвет наших резиночек. Это у меня будет зеленый. Одеваем пару зеленых резинок. Скидываем пару белых резиночек с левого столбика на серединку, перекидываем зеленые резиночки с правого столбика на левый столбик, опять накидываем пару зеленых резиночек на два столбика, скидываем белые резиночки с правого столбика, раз, одну пару, вторую пару, перекидываем зеленые резиночки с левого столбика на правый столбик. И опять мы накидываем пару зеленых резиночек на наши два столбика. Теперь мы скидываем последнюю пару белых резиночек с правого столбика. И перекинем две пары зеленых резиночек с левого столбика на правый столбик. Затем мы оденем пару белых резинок. Скинем с правого столбика наши зеленые резиночки. Перекидываем с левого столбика на правый пару белых резиночек. Одеваем опять пару белых резинок на наши два столбика. И скидываем пару зеленых резиночек. Все зеленые резиночки с левого столбика на серединку. Раз, два, три. Вот. Затем у нас идет цвет. Это синий цвет резинок. Одеваем пару резиночек синего цвета, скидываем пару белых резиночек с левого столбика на серединку, переносим с правого столбика на левый пару синих резиночек, накидываем опять пару синих резиночек на серединку, накидываем на два столбика, скидываем теперь две пары белых резиночек с правого столбика, раз, два. Перекидываем синие резиночки с левого столбика на правый столбик.
накидываем опять пару синих резиночек и скидываем последнюю пару белых резиночек с правого столбика. Перекинем две пары с левого столбика на правый синих резиночек и накидываем пару белых резиночек и скидываем синие резиночки сначала с правого столбика на серединку, перенося затем пару белых резиночек с левого столбика на правый. Опять накидываем пару белых резиночек на два столбика и скинем теперь синие резиночки с левого столбика. Так, проплетем давайте еще фиолетовый цвет. Накидываем пару резиночек фиолетового цвета, скидываем белые резиночки с левого столбика, перекидываем с правого столбика на левый наши фиолетовые резиночки, накидываем снова пару фиолетовых резиночек, скидываем по две пары наших фиолетовых резиночек, скидываем две пары белых резиночек с правого столбика, перекидываем фиолетовые резиночки на с правого столбика на левый и оденем последнюю пару фиолетовых резиночек на два столбика и скидываем белые резиночки. Теперь перенесем наши фиолетовые резиночки на раз, два, две пары на правый столбик, накинем пару белых резиночек, кинем наши фиолетовые резиночки на серединку справа столбика. Теперь перенесем с левого столбика на правый нашу белую резинку. Оденем опять пару белых, накинем опять пару белых резиночек на два столбика и скинем с левого столбика наши фиолетовые резиночки. Я думаю, схема плетения вам ясна. Если же вам тяжело, вы можете также посмотреть его в повторе. А сейчас я вам за кадром сплету этот браслетик. Я вам покажу, как его завершить. Итак, у нас получился вот такой браслетик радужного цвета. Давайте его завершим. Вот у меня, как вы видите, получилось, что на левом столбике у меня находятся две резиночки, то есть пара резиночек, а на правом столбике три пары резиночек. Мы должны перенести с правого столбика на левый столбик нашу верхнюю пару резиночек, возьмем нашу клипсу и оденем на две пары резиночек клипсу на правом столбике и оденем на две пары резиночек на левом столбике клипсу, также другую клипсу. Давайте снимем наши резиночки с столбиков. И оденем на начало нашего браслетика. Также мы тут захватим за 4 резиночки, за 2 пары резиночек с, получается, с правой, с крайне правой стороны. И за 2 пары резиночек с этой стороны. Вот. У нас получился вот такой браслетик. Я думаю, вам плетение было понятное. Постаралась вам уже более подробно объяснить. И если вам понравилось видео, обязательно оставьте свой комментарий, чтобы я знала, что у вас все получилось. Подпишитесь на канал, если вы первый раз попали на мой канал. И в следующем видео вам расскажу уже плетение тройного браслета Майами. Я вас заинтересовала. Ждите. Пока!